Друзья, всем привет! В эфире Мотолайф. У нас сегодня 25 ноября. У нас пришел контейнер с техникой 6350. Собственно, идет процесс выгрузки. Что внутри? Смотрим дальше. Так, друзья, ну что, технику мы выгрузили. Сейчас будем смотреть, что приехало. Здесь у нас стоят свободные мотоциклы. Все еще в упаковке, в целлофане. Вот, все это будем снимать. А здесь стоят заказные и те, которые куплены были у нас в пути. Так, ну, собственно, давайте начнем, наверное, отсюда. Буду подсматривать свою волшебную бумажку. Здесь у нас Kawasaki Vulcan 900 0004. Мотоцикл заказной. Дальше смотрим. Так, 1927, последние цифры. Это у нас макси-скутер. Так, сейчас мы его найдем. Skywave 650LX. Шикарный аппарат для каких-нибудь интересных покатушек по городу, да и в принципе за пределами. Заказной Harley Davidson Electra Glide с кубатурой 1580, последние цифры 21-24. Так, дальше смотрим. Stratoliner, самый большой круизер у Yamaha, кубатура 1900, большой шикарный мотоцикл. Так, последние цифры у нас 0627. Honda CRF 250 Rally. 0455, последние цифры. Suzuki GSR 750. 1442, последние цифры. Так, друзья, если кто видит свой мотоцикл, отмечаемся в комментариях, не стесняемся, пишем. Это у нас BMW F800 ST 4125, последние цифры. Yamaha FZ. Это у нас, сейчас посмотрим, 1516, последние цифры. Это мотоцикл из наличия. Это у нас Yamaha FZ8N, версия с ABS. Еще одна Yamaha, но Maxi Scooter. Это у нас Majesty 0020, последние цифры. Yamaha T-Max. У нас два T-Max пришло заказных. Вот, на одного и того же человека. Этот у нас 1507, последние цифры. Там у нас стоит Ниндзя ZZR 1200 3624. 8670, это у нас BMW R1100 RT. 0166 приехал тоже Maxi Scooter, еще один T-Max тому же самому человеку, что и первый заказывал T-Max. 0440, 0440, это у нас Honda VFR 800 второго поколения. Кстати, мотоцикл приобретен под заказ через нашего представителя Евгения Сергиенко. Вот, обращайтесь, Евгений вам поможет. Контакты есть наших представителей у нас на сайте motolife.ru в разделе контакты. Honda Africa Twin 0571. Это еще один BMW F800 ST 2372. Так, этот заказной, а тот BMW, вот этот вот, он из наличия был куплен. Вот этот дальше смотрим. 6904, это у нас Kawasaki Ninja 400R заказной. Заказной NC750SD 0439. И ZX, это у нас Ninja Zizer 1400, мотоцикл из наличия, 1712, последние цифры номера рамы. Собственно, вот это у нас была заказная техника и та, которая уже продана из наличия. Вот, сейчас будем смотреть, что приехало в свободную продажу.
Так, ну а теперь смотрим самое интересное, то, что у нас пришло в свободную продажу. Так, здесь у нас стоит со старого прихода Форза, то есть на нее можно не обращать внимания, она в процессе предпродажной подготовки. Смотрим здесь, пришло много хачей, в том числе и заниженных по седлу, то есть ЛДшки. Вот, кстати, один из них, хач, трюкач, вот, с заниженным по седлу. Ниндзя 14, то есть 1400 кубовый аппарат, зизер вернее. Еще один хач, это обычный, это у нас третий получается хач, заниженный по седлу. Еще один хач, заниженный по седлу. Очень много этих мотоциклов у нас. Здесь у нас Триумф Тридент 660. Ну, сейчас понятно, что мало какой-то информации по технике, да, она вся в целлофане, но тем не менее. Покажу, как есть. Так, это у нас КТМ Дюк 390. Кавасаки Z400. То есть дорожник Z-ка 400 кубовая. Еще один хач обычный, обычная комплектация. Так, тут у нас это у нас Suzuki Джиксер 150. Маленький дорожный мотоцикл, компактный, аккуратный и очень экономичный. Honda NC750LK, учебник еще один. Здесь у нас приехал, это у нас Kawasaki Ninja 400. Ninja 400. Здесь у нас Yamaha FZ6N. То есть очень даже прикольный дорожничек. КЛЕ 400. Легкий тур эндуро. Вот, кому интересно, пожалуйста, вот приехал. Так, судя по номеру рам, это у нас ТДМ. Да, это ТДМ 900. Yamaha ТДМ 900. ЦРФ 250. Зизер 400. Kawasaki Зизер 400. Для тех, кто любит круизеры, вот, пожалуйста, у нас есть Desperado. Desperado 400. Кстати, он пришел у нас в интересном цвете. В таком цвете он не часто приходит. Я бы сказал, даже редко. Обычно они все черные, а этот красно-белый у нас будет. Вот такой вот аппаратик. Тут у нас стоит, смотрим, это у нас Гусь 1200 BMW. Еще один ТДМ 900 тоже. И здесь у нас два мотоцикла NC56. Это у нас Honda CBR 400R. Маленький такой полуспортик, легкий. И еще один Desperado, причем версия X. Он идет с килем вот таким вот, и у него передний такой полуобтекатель, такая маска небольшая стоит. Вот, именно версия 400X. Собственно, здесь же у нас еще два мотоцикла. Ой, два, еще один ряд, второй не назвал. КТМ Super Duke 1290, шикарный аппарат. Довольно мощный, агрессивный. Вот. X4, обычная версия. Так, Yamaha. Это у нас что за Yamaha? FZ1. Литровый фазер. В принципе... шикарный аппарат. Вот, ну, будем смотреть, вот делать. Подготовку все будет проходить. Suzuki Skywave 650, не LX, обычная комплектация. Вот, тоже есть, тоже пришел. И у нас здесь пришел BMW R1150RT. Собственно, вот такая вот техника у нас пришла. Будем заниматься, будем готовить, друзья. Заказную вот уже немножечко растащили, уже начинают скомплектовывать. Вот, ну сейчас еще глянем мопеды, и собственно на этом все. Так, ну что, друзья, здесь у нас немножечко мопедов приехало, вот, в том числе и заказные. Так, быстренько пробежимся, посмотрим. Suzuki Birdie, вот, аналог Суперкуба, только от Suzuki. Прикольный аппарат Honda XR50. Что-то типа такое полукроссообразное, 50 кубовая, маленькая. Супер Куб А04. Здесь у нас Yamaha Jog.
приехал еще один суперкуб АА04. Yamaha Vox. Так, это у нас Honda Dio AF62 AA04 Super Cup. Два бердика еще приехали. То есть суммарно их три. Заказной Honda Gurab. Два заказных здесь тоже Honda Vina, Honda Giorno. И две свободных Sepia ZZ. То есть, кому интересно по мопедам, пожалуйста, обращайтесь, дадим информацию. Собственно, на этом все. Вот, техника приехала, техникой занимаются. Техника вот эта вот у нас здесь стоит из последнего контейнера. Вот, ждет видео. Собственно, ждите отправки. Всем спасибо, всем хорошего дня.